Приветствую, друзья, на канале Дитерн. Покажу, как с этим трейнером можно поиграть за Сэнди Адлер. С главного меню трейнера переходим в пункт Misc Options. Тут выбираем пункт Play as Naked Sadie. Сэнди спавнится топлес. Чтобы сменить облик, выходим в главное меню и выбираем пункт Player Options. Тут выбираем пункт Change Player Appearance. В пункте Outfit Variation выбираем варианты обликов Сэнди Адлер. Теперь можно заспавнить бандитос и навалять им пиздюлей. В главном меню Pet Options, далее Select Model. Далее Gang Male Meat Lead. И вот они, наши славные мексиканские бандитос. Возвращаемся в меню Pet Spawner. В Task ставим None. И Weapon ставим None. Жмем Spawn Pet. И пошли херачить. Crazy?